Ты не слышишь? Надолго ли это или нет? У нас здесь 50 считаем. Где нет? Ждем выгрузку и сразу катим. Шеф сказал, можешь сразу ехать. Так что поедем, через Москву прокатимся. Вечером посмотрим. Мы выехали с завода. Бадику на одно место загрузки, мне на другое. Сейчас мы с ним прощаемся. И все. И поползем. До 4 утра мне надо там пройти какую-то проверку. Какая-то, короче, хрень, типа, чтобы постоянно пускали. Не знаю, короче, посмотрим, что там. Допускать меня якобы будут. Спрашивать, видимо. Все, пойдем. У меня 2 места загрузки будет. Короче, назову эти ролики «Жизнь контейнеровоза», наверное, вот так вот. Она, работа интересная. Не пыльная, да, как бы. Все ничего. Ну, это в плюс. Я вообще-то Москву узнаю хотя бы мало-мало. Есть МКАД, а есть внутри еще какое-то кольцо, как это называется. А то я сегодня по нему поеду. Не сегодня, а сейчас я уже выезжаю. Все, трогаемся, ребята. Ни гвоздя, ни жезла. Погнали, Калюша. Погнали, погнали. Не знаю, мне нравится. У меня эмоции какие-то. Я чувствую себя как-то, ну... Не в жопе мира, блядь, а в центре гуще событий. По Москве, по Питеру. Все, поехали. Там у меня пиздит девка. Я и там еду. Бадик, короче, у нас сейчас на МКАД в какое-то место. Завтра еще где-то. Мы с ним на объездной увидимся. Завтра. Как загружусь. Либо он, либо я, подождем друг друга. Потому что я тигр пролетел, пока разговаривал по телефону. Рация шипела, я убавил. Он мне пока сказал, где поворачивать, а я пролетел поворот этот. Что я тигра еще хочу почувствовать, поснимать тигренка или тигр ли. Все, поехали, не отвлекаюсь, включаю музыку. На зеленом стоим, пробочки, Москва. Также Москва в своем репертуаре. Церквушечки. Асфальт хороший, народу много, машин много. Хорошо, что я человек, как сказать, с мировоззренным, как правильно так сказать, там, настроением. Отношению к жизни вот так, наверное. Не психую никогда. В редких-редких случаях, но это совсем-совсем. Так что ползем. Рейсик покрасивей, тоннели. Не хайте водил московских, пропускают. Только что тут, оказывается, вот эта полоса нельзя было по ней, автобусная или какая-то, спецслужб или хуй его знает. Люди пропустили адекватно, никто даже не посигналил, ничего. То есть Москва, респект. Что-то пугали, так пиздец, Москва, ты там вообще пиздец, что такого? Если знаешь, что у тебя завтра загрузка, спокойно едь, кури в окошко, смотри. Тебя это заебет. Ну и что, люди же работают, не я один, блядь, такой. Один тягач по Москве ездит по пробкам. Да, я был прав, это для спецслужб. И то, блядь, цивильным человеком хоть стану, не дикарем ебучим на севере, блядь. С севера выезжаешь вот такую хуйню и как дикий, боже, боже, боже. Привыкать надо. Девчонки ездят вон за рулем и нихуя справляются.
Ну, конечно, с пробками тяжеловато, бля. Чё там Москва, ты? Как-то, блядь, хотя бы почетным, понечетным машины сделать, или как? Или люди, которым, допустим, куда-то можно съездить на метро, но они, блядь, из-за того, что у них крутая тачка в кредит, хотят на ней прокатиться и понтануться. Лучше съездите, блядь, на метро, ёб твою мать. Выйдите за город на своих крутых машинах и там, блядь, побалдеете. Или ночью покатаетесь, или... Ну, в какое-то время хотя бы, не вот в это вот, блядь, люди с работы едут. Ай, пиздец. Хуяш, метро, это, трамваи ходят импортные. Короче, куда-то я еду, пиздец. Почти в центр, ребята. МКАД сейчас пересекем. И уже будет на той стороне. Внутри. Внутри МКАДа. Ем курицу. Успеваю на ходу. Бать, какой тоннель здоровый. О чем пересекаем, напишите, что это за тоннель, что там наверху. Буду изучать Москву. Куда-то выбрались. У меня такое ощущение, что я уже здесь, на этой стороне. Ладно, все, включаю навигатор, я по двум еду, мало ли. Вот этот ебень меня может... Ого-го, куда... Ебать! Раз, два, три, четыре, пять, шесть полос. Пошли-ка, Николай. Туда быстренько. В те ряды какие-нибудь. Все, хватит, так пойдем. Посередке. Все, я вырубаюсь. А, левее? Ну все, здесь и поедем тогда, спасибо. Бать, красота! Вот я оказался во втором ряду. Заебись. На развязку, это мы уже заедем, наверное, в ХЗ. Кем все работают? Как людям хватает на жизнь? Я понимаю, ну водилы есть, продавцы, а остальные таким. Пипец. Круговорот, походу, финансов вот такой. Вот, короче, куда я попал? Дмитровское шоссе, третье кольцо. Короче, МКАД я уже проскочил. Или, а, вот он, наверное, МКАД. Походу, да. Хуй знает, все, поехали дальше. Короче, въезжаю хуй пойми куда. Яндекс показывал немножко по-другому, ебень повел по-своему. Я поехал по-ебенски, потому что он по-грузовому хотя бы ведет. А этот, видимо, Яндекс хотел объехать пробку, что-то повел меня совсем пиздец куда-то. Чуть ли не к Кремлю, видать. Так что мы лучше тут, он совками нахуй в ряду, под бачочек. Ой, мотоциклы эти, блядь, мотоциклов пиздец. Тут внимательно надо быть, ёпт, иметь в Москве. Что-то жаривают. Ну и все, здесь нам ехать прямо 2,5 километра. А это затянется минут на 40. Поползли. Что могу сказать? Я уже потихоньку становлюсь москвичом. Я иду по ТТК. Это внутреннее кольцо. Мне надо пол Москвы вот так вот объехать. Потом идти влево. Там немножко. То есть ближе намного, чем по МКАДу. На МКАДе вот такая же хуйня полюбас. Так что разницы нет дотолкаться. Разницы нет дотолкаться. Толкаемся здесь, блядь. Тан-тан-тан. Третье кольцо мира, потом Новослободецкие центры.
Дмитровский, Дмитровский шоссе МКАД. МКАД! Блять. Сзади картинка, блядь. Ощутите всю прелесть. Можно было подождать ночи, конечно, блядь. Ебать, но мне надо пройти сначала обучение сегодня. Из-за этого приходится ехать. Можно было на такси, но то же самое хуйня была бы. И мне грузиться все равно там рядом. Нахуй. Нет. Машину оставлять не будем. Без присмотра. Короче, ползем. Шеф говорит, езжай на грузовой. Ему похуй, шефу на солярку. Надо едь. Нахуя тут асфальт хороший делал? Тут ты хуёвый пошел. Все равно ползем потихоньку. Туристы, туристы. Я тоже сейчас туристам представлю, буду рассматривать достопримечательность. Что у вас так много-то? Для чего сдается в автошколе горка? Вот для таких случаев, когда вы стоите в пробке, вам впритык сзади машина и вам нужно тронуться. Вот. Для таких моментов. Поднимаемся на мост. Ну, прошел я 2 километра. Затратил, наверное, минут 15. Самое никого проще, просто иди в своем ряду. И все. Тури, здесь, наверное, покупать надо свою скорую. Мигалки ебашивать и гонять. О, это что такое? Телебашня это Останкинская, что ли? Длинная хуйня такая торчит. Наверное, это телебашня. Кто-то залезла с ними же вместе. Бабочка 80-х пошла. Хорошие новости. С Мишей созвонились. Сегодня он последний день дома. Завтра едет Вольву забирать. Сцепление на ней сделали. Выжимные поменяли. Корзину. Все в сборе. Все. Завтра будет выходить на работу. Пока подшаманит. Будет ждать прицеп, пока я его притащу. Прицеп отдам. Будем останавливать с вами Америкоса. Может, повторился, не знаю, я уж не помню, у меня столько времени прошло. Будем останавливать Америкосика. Сделаем разгорячок, наверное, бородавочки красивые. Вперед хочу сделать на бампер бородавки диодные. Короче, все это будет в процессе, не знаю. У меня по планам сделать все окей, чтобы лялечка была машина. То есть в ней придется жить 5 дней в неделю. Все-таки опять я связался с дальнобоем. Не знаю, когда жениться буду уже, хрен его знает.
рыбу здесь поджаривать, да. Какая-то почтовая, что-то там такое было. Съездить на ноги. Газель, давай едь. Ворота пришлось назад сдавать, парковаться вот здесь пойду, здесь бумаги оформлять.